Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Здравствуйте, меня зовут Марина Андреевна. Я студентка Барановичского государственного университета. Сейчас я нахожусь на своей первой педагогической практике в родной школе, вернее, в гимназии номер 1 города Кополя. Вот уже несколько недель я не только учу детей, но имею замечательную возможность наблюдать за своими любимыми учителями, познакомиться с педагогической профессией не по студенческим учебникам, а изнутри. Каждый рабочий день учителя не похож на предыдущий. Он наполнен разными событиями, встречами, беседами, общением с родителями, каждодневными заботами о своих учениках. И, конечно, уроками, каждый из которых помогает в раскрытии потенциала класса и каждого отдельно взятого ребенка. Уроки, контрольные работы, диктанты, классные часы, воспитательные мероприятия. Стремительный, полный всего нового и интересного, обычный день педагога. И так будет всегда, пока есть ученик и учитель. И нет ничего дороже заинтересованных глаз детей, их веры в своего учителя. Ведь каждый ученик – это личность, индивидуальность, которая никогда не повторится. Удачи вам, дорогие учителя! Календарь удивленно листает страницы. День учителя снова и снова у вас.
Пусть во сне вам сегодня приснится жар-птица, ну а завтра ее вам подарит ваш класс. Солнце вам подвигнет неплохая примета, да еще, если встанете с левой ноги, вы чудесный учитель, запомните это. И у вас несравненные ученики. Пусть душа ваша петь никогда не устанет, ведь под песню приятнее все-таки жить. Хорошо бы увидеться с Сашей или Таней и чему-нибудь доброму их научить. Ну а грусть далеко-далеко это где-то, а пока что глаза веселые, мягки. Вы прекрасный учитель, запомните это. И у вас превосходные ученики. Как это здорово, что мы учителя, ведь каждый день нас возвращает снова в детство, и от судьбы нам никуда с тобой не деться. Как это здорово, что мы учителя!